Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у нас сегодня вынос мозга под названием Ghostbusters, или это, по-моему, какая-то пародия на Охотника за привидениями, потому что там было Ghostbusters, а здесь Dusters, короче, пуку поменяли, совершенно другая игра. А мы здесь будем играть за бабулика, Барбара музыкальная будет на спектральный отель. Мы полагаем, это полный дом, так, пожалуйста, почисть отель быстрее, окей. Только для образовательных целей, собственно, ну, поехали посмотрим, пообразуем что-нибудь. Что надо образовывать, что надо почистить, как это, позвонить. Алло, эй, чувачок, привет, я бабуля, пришла чистить. Что такое? Вы кто, мистер? Не, ну это понятно, что мы можем все вместе руками с тобой двигать, а может быть мы с тобой поговорим как... А, во. А как это, на Е, на чё? Э, Фредерика. Фредди, алло. Я здесь, Фредди, я снизу, я просто мелкая, меня не видно. Фредди, ядрить твою. Фредди, сука. Как с тобой потрещать-то? А, вот, на пробел. Свободно. Я, короче, мой звонок для годов. Я Фредерика Батлера у Спектра. Короче, отеля кто-то здесь такой. Как я могу тебе помочь? Я Барбара. Я сквозь эту цель моя почистить отель. Я, короче, из чищущей службы. Да, я помню, мы заказывали какую-то херню. И что? А, ты прибыла так тихо, года фактически. Что здесь случилось? Мы Скарлетт какую-то букнули в какой-то джазовый певцов мы ее. Они, короче, Скарлетт какую-то приделали джазовой певицы. Мы, короче, подготовились для ее большого предприятия какого-то, но это, короче, ты прибыла и все нормально. Мы толкнули меня вниз по лестнице. Лорд знал, что было спланировано сделать со Скарлетт. Может быть, я почищу здесь вокруг? Я могу найти клей под этой клейкой херней? А, конечно, что-то мы можем использовать все что-то сверху. Чувствуй свободно себя и убирай сопли, если тебе надо. Окей. А ты получил ключ от шкафа или от толчка, что это? Ну окей, пойдем. Бабулька, собственно, прибыла у нас, чтобы почистить всю эту срань, всю эту грязь, которую тут запустили, все засрали. Нам дали ключ от толкана, мы там подберем этот ключ от толкана. Ну, конечно же. Так, подобрать. Добро пожаловать в спектральный отель в семью. Пожалуйста, ознакомься с этой информацией аккуратно. И открыть инвентарь, G открыть журнал, O открыть опции, и H открыть меню помощи. Окей. А открыть ящик? Что тут, что-то не хватает нам? Один из предохранителей пропал. Мне нужно куда-то его переместить. Окей, бабулька, ладно. А ты получил, наконец-то, какую-то пылесборку. Используй эту пылесборку, нажимание на мышку. Курсор назад, и пыль где-то должна быть грязной. Ладно. Ох ты ж! Что за говнобора? Уйди, 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 падла! Уйди! Ты отстань, ты что делаешь-то? Алло, Подожди, чувак, стой! Ух, нихера, их там твой сразу. Как это использовать-то? Возьми это в руку. Возьми в руку это, пожалуйста, на единичку. Сука, не хотит. Опен. Так возьми. Вот, пожалуйста, возьми эту хрень. Спасибо. Я не знаю, как это брать, надо как-то. А, вот! Ну-ка, падла! Разошлись, собаки! Нахер! А! Вон оно, понятно. Короче, держим и трем. Во, подобрать что? Подобрать предохранитель. Хорош, давай сюда. Ты подограл, короче, предохранитель. Это я молодец. Что еще надо почистить? Чувак, тебе надо что почистить? Я ведь могу, на-ка. Во, спасибо. Что это? Пожалуйста, верни, короче, весь инвентарь, когда ты закончишь. Это отвертки и другие инструменты должны быть пропали. Эй, хочешь почистить? Это старый какой-то, весь пыльный уже. Ну-ка нахер. За весь отель запустили, черти, в конце-то концов.
11 июня 2022 года. Дорогой дневник, этот отель, сраная дыра в стене. Берни говорил, это выглядит потрясающе, как бумага, которая бизнес из его. С любовью, Элизабет. Понятно. Лиза! Лиза написала какую-то херню и думает, что эта херня кому-то пригодится, и эту херню как-то можно распознать, наверное. Какая-то история, походу, есть. Пожалуйста, пожарное место до того сегодня ночью. Гости остаются в здоровье и каком-то концерне. Короче, что-то ни хера не понятно. Какой-то концерт здесь есть, какие-то гости, кто-то все приходит. Мы чистим отель, нам вообще на все это насрать. У нас есть инструмент, у нас есть какая-то отвертка, судя по всему. Где сказали, должна быть какая-то отвертка. Нет, ни хера. Ну-ка, давай его тоже почистим на всякий пожарный. О! Смотри, тут все можно... А, тихо, у меня есть теперь предохранитель. О, хорош. Пойдем дальше. Слышь, Фредерик, все отлично. О, электричество перезагружено. Как ты это починила? Я использовал предохранитель, который очистил к этой херне. Мы что-то, короче, ты вообще красава, ты вообще молодчик. Да, Фредерик, но не надо ко мне подкатывать, Фредерик. У меня есть муж, он уже давно спит. Где-то, но не надо, не надо, Фредерик. Давай все почистим. Короче, у нас есть теперь... чистота и порядок кругом. О, первый этаж, смотри-ка, зачищен, по ходу дела. Да? Ну и отлично, бабуля вообще, бабуля просто на ура работает сегодня. Че это, спокойно. Последний порядок для получения отвертки. Мы, короче, некоторые предохранители и свежие бульбы и вещи. Чувак положил ее под лестницу... И мы, короче, в толкан что-то там. Нам, короче, нужно попасть под лестницу в толкан, и там что-то там, и там, короче, где-то есть отвертка. Я не понимаю, зачем бабки уборщица отвертка. Вау-вау-вау-вау! Не нахер отсюда, дурень. Ее можно было в хоррор записать. Так, ты эту игру, то смотри, тут какие-то скримеры, призраки, какая-то херня. О, хорошо, бабка убирается, бабка хороша. А это все открывается, да? Комната 202 закрыта, да ты посмотри-ка, нихера себе, и это все закрыто. Да вы что, ну-ка дайте мне ключей-то, алло. Фредерик, я был в Лос-Анджелесе, устанавливал скарлетский перформанс. Пожалуйста, будь уверен, что экзаменатор или экстерминатор закончит до того, как это было. Форд. Генри Форд, создатель машин, по ходу дела, писал Фредерику, чтобы он что-то здесь сделал и удостоверился в том, что все готово к перформансу, так сказать, Скарлетт. Ну-ка, открывайся. Да что закрыто-то, алло? Так, Фредерик, а что за херня? Ты где там, Фредерик? У меня все закрыто. Не могу никуда попасть. Да если, а что вы нанимали бабку, если, короче, не можете нормально все комнаты открыть? Как там? Уборка дверов. Уборка дверов. Надо кричать, мне скажут, занята. Занята бабуля. Ой, хорош. Весь отель вообще очищен, получается. Красота. Опа. Спектр отель. Ты, телефон, твой сервис должен быть на апреле 15-22 года. Пожалуйста, оплати его. Спасибо, Сан-Андреас. Серьезно? Связь Сан-Андреаса. Короче, до какого числа надо заплатить за телефон, иначе будет беда. Что такое грязное тут все? Во, толкан, подожди. Где-то должна быть какая-то отвертка, я же помню. О. Какой-то мужик, короче, спрятал отвертку. Опа, что это? Ты получил металлическую бутылку-открывашку. А, металлическую открывашку-бутылку я получил. Но это правильно, как бы бабулька убралась, бабулька получит денег, бабулька купит бутылку, бабулька откроет с помощью... Уйди, паскуда! Бабулька с помощью бутылки-открывашки откроет бутылку. Приказ. Кого-то пнуть. Записка. Гости используют их духи. Мы, короче... Окей, какую-то... А может, такой паранормальную активность использовать? Ну-ка, почисть кровать. Все чисто. Во, бутылочка, хорош. Ну, правильно, отметим, почему нет-то. О, здорово, кавалер. Я, конечно, понимаю, что после каждого стопка бабулька все лучше и лучше, молодее и молодее, но мне кажется, это перебор, да? Изи, изи. Че? Лапа, что тебе надо, женщина? Я ищу здесь клей. У меня, короче, здесь посмотреть. Фредерик думает, ты убил его и остальных. Убил кого? Ну-ка дай-ка подумать. Я кого-то убил? Я вообще, у меня полно проблем. Это какая-то херня. Что случилось? Ну, вообще-то, мне что-то поговорить. И что-то ты пока тебя вообще-то не используешься, пока ты пьешь.
Ну-ка, смешай-ка мне, короче, какой-то панчи. Это используй, или, короче, это какая-то вода и какая-то херня. Ну-ка, да-ка, скажи-ка мне, бутылка, как ты вообще думаешь, это внутри бара? Что, бля? Написано, короче, Buffalo Bills Maple Syrup. Но это пахнет как ром. Тебе что, побухать принести, что ли, или что? Я вам что тут, я не пойму, я официант, что ли, ей 30-то, молодежь. Я пришла убираться, а им тут гонять, сделай мне коктейльчик, подбери кто-то отвертку, эй, кого не убивал, бабуля, дай похмелиться, потом я что-нибудь вспомню. Слышь, Фредерик, у меня бутылка есть, давай-ка намутим коктейльчик. Я пришла от Изи, он призрак, как, так же, как и ты. Ну, это какая-то херня, ты можешь найти что-нибудь о Скарлетт? Он говорит только что, получил его плату и пнул его, короче, в бар. Ну, я вообще-то полагаю, он убил его. Мы держим все ингредиенты в баре, это тяжелый алкоголь, и также, короче, мы держим бар в чистоте. Какой бар-то? Где бар-то у вас? Вот тут бар? А, это болрум. Нет, это боулинг какой-то. Так, подожди, а где бал-то? Фу, бал, говорю, бар. Где-то должен быть бар. Папка бегает вообще, нет? Здесь так-то нет бара нигде, он мне ни ключа дал, ни хера. Какой-то бар где-то держим. Где я? Бар-то, ядрить твою. Слышь, Изи, короче, он сказал, что ты сегодня хер похмелишься, поэтому придется помирать тебе от похмелья. Ну че там, ты смешал, вообще мои коктейльчики-то нет. Что хорошего, если ты алкоголь, сделать мне время, тем более как это, короче, дай-ка мне подумать. Ну ты одна из этих сетью леди, так же, да, ты убираешься. Так вот, мне, короче, не нужно больше ничего, мне нужно побухать. Они, короче, важные, вниз по лестнице, но это, короче, я тебе что-то там, это, ты понимаешь, нет? Это типичный разговор пьяного человека, он что-то пытается объяснить, но мы нихера не понимаем. Ну-ка, спроси-ка у бутылки, короче, мы можем попасть в бар. Ты, сука, алкота, у какой бутылки спросить? У какого-то ботлера? Ты такой ботлер, у кого что-то надо спросить? Может быть, все-таки Фредерик нам что-нибудь ответит? Слышь, Фредерик, ты задрал, короче, старый пи... Оу, вот он, отлично, спасибо. Ай, Фредерик, ты такой, короче, невнимательный. Ты видишь, бабулька в очках, бабулька не видит ни хера. Бабульке зрение минус 18, ты даешь ключ и не говоришь, что ты что-то дал. Ну ты козел, нет? Во, хорош. Ух ты ж, мать твою, как все запустили-то. Опа, вот это хорошо. Классика джаза, выпуск первый, судя по всему. Опачки. Ну ты смотри, тут убираться просто вообще надо недельку. 12 июня 22 года. Дорогой дневник, я надеюсь, Ози прибыл, скоро прибудет. Только я полагаю, что лучше и с любовью Скарлетта. Что-то, короче, она ждет теперь кого-то. Вау, Дита, ты как меня пугаешь-то, паскуда. Непонятная какая-то пыльная херня вылетает из пола и начинает меня пугать. Ну-ка. А что, тут чисто уже все? Плей. Сонг. Клир сонг. Так пойдет? Нет, так не пойдет, ладно. Сейчас придумаем. Короче, надо опять что-то играть. Во всех играх здесь пианино, на ней приходится что-то играть. Это отвратительно, на самом деле. Потому что не все же могут на слух что-то подобрать. Что-то на слух надо подбирать. Так, $25, крысиный яд $15, всего 40. Пожалуйста, оплатите не позже, чем я после того, как мы пришлем вам счет. Окей. Так, а у нас пластинка есть. Мы где-то пластинку подобрали, наверное. И где-то теперь можно ее подрубить, наверное. Так, кровавые Мэри. Половина водки, половина томатного сока. Плентерс Панч. Половина управляемого доказательства духов и половина гранатового лимонового сока. Ясно. Ясно. Надо профессионального бармена. Может, у Фредерика есть какой-нибудь бармен там, я не знаю, в помощниках? Опа, лимончик. А-а-а. Он говорит, мне надо какую-то херню сделать. Так, смешать коктейли. Нет ингредиентов, ты что, издеваешься? У меня где-то лимон был. Так, значит, бутылка. Лимон. И что? И пластинка на тебе. Эти ингредиенты не делают. Дальше вот тут что-то есть. Ну, это понятно, это я как бы убралась, а все хорошо, все красиво. Опа, очки, спасибо. О, бутылка гренадина. Все понятно, коктейль готов, смотри, поехали. Так, значит, гренадин. Что такое? Это гранат, наверное, да? Значит, лимончик. Значит, гренадинчик. И пустая бутылка, на которую мы это пробрали. Ага.
Отлично, ты сделал Planters Punch. Это коктейль называется, оказывается. А я думаю, это какое-то растение. Растение ударить переводится, по-моему, этот коктейль. Поехали. Так, этому алкашу сейчас мы отнесем, короче, ту хрень, скажем, ты, сука, старый, этот малолетний алкаш, я в твои годы даже не знал, как пахнет пивасик-то, ты уже бухаешь, паскуда. И разбить им бутылку об голову надо, и чтоб не бухал. Тут ты, собака, ты же помрешь нахер раньше времени, на, держи. И это, короче, коктейльчик, который ты хотел. А замечательно, только, короче, что-то волосы какие-то собаки, это моя проблема. Ну, теперь ты мне скажешь, что случилось с Батлером? Ну, я что-то не знаю вообще ни хера об убийстве Батлера. Я думаю, Скарлетт, короче, моя бухашка. Возможно, она что-то с ним сделала. Почему тогда Скарлетт убила тебя? Ну, она вообще-то дурная и, короче, какой-то пацан из какого-то организации там... Он, короче, получил меня и что-то там поговорил обо мне, короче, это письмо вот она прислала, на, читай. Мой дражайший Изи, я чего-то хочу тебе сказать, что время вышло, я хочу реального мужика, и ты просто маленькое время. Я вижу одного из Кастилани мне сейчас мужика, но он, короче, злой, и я вижу тебя, Скарлетт. Я что-то ничего не поняла. Она вообще-то не хотела меня убивать, и, короче, она оставила меня одного, по ходу дела. И как мне, короче, Юра, все это тебе что-то там та-та-та? Ну, я видел Скарлетт, короче, когда-то там она и какие-то парни, и мы, короче, сташились, и хучанули чутка. Мы вообще-то ударили кого-то там вниз, пришли и посмотрели это шоу. Шоу, которое доверилось, и это все снова там случилось, я ничего не помню. Ой, секретная дверь, ну-ка отошел нахер, бабку не трожь. Ой, это походу хата Скарлетт секретная. Сейчас все быстренько почистим, узнаем все новости, опа. Что-то где-то упало, что-то, опа, ключик. А, ключ от комнаты 201, окей, 201, это хорошо, не открывается. Ух ты! Хорош! Ну-ка. Ай, смотри-ка, у них секретная потайная дырка между дверями. Ну, конечно, он, короче, опа, и Скарлетт такой, ха, херак, на кроваточку прикрынить пару раз. Потом пришли пацаны и убили его из ревности. И все логично, все правильно, так и получилось. Я вот это, ну-ка, пойдем. Узнаем все подробности этой херни-то. Так, это комната Скарлетт, ну, это понятно. Опачки. А, дорогой Форд, ты что-то мне в твой отель, пожалуйста... Потрогай с моим агентом Берни Роуз получить любой взгляд с любой Скарлетт. Сука, с таким почерком вообще не разберешь. С какой любовью отошел от меня собака? С какой любовью куда смотреть? И все почистила. Так это гримерка Скарлетт получается. Значит, Скарлетт же не жила в том номере. В том номере жил тот другой. 12 июня 22 года. Дорогой дневник. Это, короче, великая пианино. И послала меня сказать, какой-то тюнер телефона не работает. Это... Отель больше бежит вниз, чем управляется. Из всего этого мы понимаем, что отель говно. И Скарлетт весьма недовольна. Дорогая мисс Скарлетт, мое имя Форд Спектр. Я, короче, хозяин спектрального отеля. Я хочу вам сказать, но наш телефон в мануфактуре. Мне, короче, какое-то приглашение нужно в отель твой Форд. Ну окей. Твой Форд. А, ты получил кусок пиано-музыки. Кусок пиано-музыки получил? Нам надо на пианинке сходить сыграть, да без проблем. Зачем вообще играть на пианинке? Тут такой басовый джазовый линь идет. А подожди, где второй кусок? Нам же не хватит, наверное, этого куска, ты ну-ка. Это запомнить надо, ну-ка. Ну-ка. Ой, промахнулся куда-то, ну-ка. Точно, давай. О, здорово, Скарлетт, ёпта, вот ты сейчас всё и расскажешь. Вот она, главная виновница всей этой херни, засрали весь отель, всех поубивали, некому убираться. Бабка тут должна одна уже на пенсии 7 лет сидит, и все тут вам чистить ваши отели. О, грасиуса, спасибо, что пришли, короче, посмотреть на мою вещь. Я убила всех нахер. Ты должна быть Скарлетт. Ну, конечно же, это я. А теперь-ка объясни мне, какого хера ты сделаешь здесь одна?
Ну, подожди, могу я спросить тебя о Изи? Изи? Ну, конечно, это какие-то двухвременные двойные пересечения для меня. Что ты говоришь? Ну, он вообще-то дампанул меня, и как правильно того, какая я вообще-то важная персона, посмотри на это письмо. Скарлетт, я устал бегать за тобой весь этот штат. Я хочу бабу, которая не так высоко и сквозь. Пока, Изи. Ну, Изи вообще-то сказал мне, что послал меня, когда он прибыл в отель. Я, должно быть, знала, что это, что вот херня. Ну, что-то здесь происходит, Скарлинг, я что-то пойду оглянусь вокруг. Ну, ты можешь вернуться для меня, я барну это в толчок. Ну, бар не в толчок. Опа, отвертка, подожди, отвертка. Отвертка в самом начале вообще. Нам про что договорилась отвертка, куда-то ее надо ставить. Может, Фредерику ее... А, нет, что-то надо открыть, наверное. Конечно, можно и Фредерику вставить. Фредерик, ты хочешь почувствовать в себе отвертку? Осторожнее вокруг Изи характера. Он, короче, мертвый, но он очень опасный. Не поворачивайся к нему спиной. Да что он может сделать, бедный бабульке? Это бабулька-каратист. Она из... Это бабулька очень похожа на эту, которая была в этих... В Мадагаскаре, в третьей школьной части, которая отхерачила всех подряд. Это же она только без камеры ходит. А, не с камеры, это вообще какой-то мужик ходил. Ну-ка, не разговаривай со мной прямо сейчас. Ну, я думаю, проблема с тобой, Скарлетт, это... Отвали-ка, дамочка. Ты нихера себе, слышь, я им, главное, принес тут бухануть, похмелил вообще. А он, падла, ну-ка, говорит, отвали-ка, дамочка. Собака, я тебе, сука, приду, я тебе отвертку вставлю я сейчас тебе. А куда ее надо вставить-то? Отвертка, по-моему, куда-то вставляется под какую-то лестницу. То ли куда-то сюда, то ли куда-то, может быть, сюда, вот. Может быть, сюда? Нам же писали что-то про... Ну-ка, open... О! Журнал же, да? Нет, это... Журнал на G, во! Журнал на G. Так, break up not screwdrivers. Пожалуйста, возвращай инвертарь. Scarlet журнал. Employee. Break up. Что-то такое тут... Ты что-то я не понимаю, куда отвертку вставить? Все отвертки пропали, ну это понятно. Но добро пожаловать в отель. Этого еще не было. Гости. Хаус, рецепт. Это рецепты. Какие-то утилиты. Так, а подожди-ка, ну серьезно, а куда же отвертку ставить? Я помню уже, нам просили куда-то под этого. Слышь, паскуда, он не хочет со мной разговаривать. Что я делать с отверткой? Ну, я вообще-то устала, и пианинка моя не работает. Я полагаю, мне надо настроить пианинку? Не идея, но фигура. Что-то различное. Я покинг вокруг отвертки я нашла. Это слышится большая сломанная... Что за ужасная смерть? Ну, возможно, ты скажешь что-то ужасную вещь? Так, все, отлично, у меня есть отвертка. Так это мы уже играли. И ничего. Подожди, а куда-то может подкрутить что-то на турецкой отвертке надо? Ну-ка. Нет, это все плей. Да ядрить твою мать, Скарлетт, сука, всех убила, теперь мне что тут бегать с этой отверткой вставляй, непонятно куда. Кто вообще эту бабку заказал? Не понял. Может сюда ее куда-то? Посмотреть. Нет, это не то. Слышь, мужик, что с отверткой делать? Он мне не хочет ничего подсказывать, собака. Может куда-то ее сюда? Нет. Нет. Короче, пока искал я, куда отвертку применить. Я вот сюда ее не заметил, что применил, а потом, короче, нашел на выход, вышел из игры. И по новой пришлось все проходить. Короче, вот здесь открывается с помощью отвертки херня и берется записка, которая написана, что «Скарлетт, я в отеле, я остановился в номере 208, приходи в мою комнату до того, как покажешь шоу Изи». Короче говоря, мы выяснили, что Изи какого-то хера приглашал Скарлетт, кстати говоря. Скарлетт говорила, что она слышала отвертку, потом ее задавила пианином, поэтому была такая ужасная смерть. Я нашла эту записку в кабине. Можете, пожалуйста, сказать Изи, что там великая игра, он сыграет. Окей, пойдем поиграем. Бляха! Опа, что это? 203-я. Подожди, а 203-я, нам уже 206-ю надо. Там в записке была писана про... Ты куда пропал, ты? Фредерик пропал, прикинь. Собака. Короче, он ждет ее в 203-й.
Точнее, в 206-й, но нам почему-то дали ключ от... А, 206-я, вот она открыта уже. Нам дали ключ от 203-й. Ну, пойдем откроем. Фредерик пропал, короче, я эту херню подмел, и Фредерик куда-то пропал. 12 июня 22 года. Я получил их, сломал, короче, но это, черт, девочка, которая не хотела останавливаться говорить об нем. А это, короче, так она хотела быть и взять, беспокоиться о этом каком-то чем-то там. Окей. Это на самом деле история нам рассказывает, какую-никакую. 11 июня 22 года. Скарлетт прибыла сегодня. Я слышал о ее, но я не знал, что она такая красивая была. Наверное, я положил ее в комнату на мину в следующий раз. Положил ее в комнату, нормально. А куда ее еще ложить? Она такая красивая, пришел ее в комнату, положил. Правильно сделал? Опачки. 12 июня. Какие-то гангстеры проверили, и один из их маленького, мелковременной, восточный какой-то претендент, и я полагаю, он и Скарлетт, они что-то, короче, какое-то письмо и спрашивали про доставку. Да, так оно и было. Это на самом деле какая-то бесполезная комната, если честно. Зашли, какую-то херню прочитали. Пойдем к Изи. Надо же понять, кто кого завалил-то. Я нихера не вкуриваю, кто из них кого убил и кто за кем охотится. Тут по этим временам, по этим глаголам ничего не понятно. Но кто-то кого-то убил, и мы, собственно, выясняем это, чтобы почистить отель. Я нашла, кто убил тебя. Это не была Скарлетт, но это был Батлер. Взгляни в журнал входов. Что это за парень сделал? Я что-то не знаю ничего о нем. Это была вся часть его плота, чтобы получить Скарлетт. Скарлетт? Вообще-то, короче, я нашел ее, и она должна была быть опасной. И чё? Мы типа узнали, что Скарлетт никого не валила, что завалил его какой-то мужик, а он ничего нам не оставил? Собака жадная. Я думал, ключ какой не оставит там или что типа того. Варем к Скарлетт, скажем ей: Скарлетт, епты, вы вообще, короче, не виноваты ни в чем. Вы можете свободно отпускать себе сами грехи и валить отсюда нахер. Во! Они уже тут, в одной дуре тусят. Скарлетт, это нормально? Изи, что ты тут вообще-то это? Ну, вообще-то Батлер, который за меня, это он убил нас. Убил тебя? Да это же, ты же призрак. Ну, не беспокойся, Скарлетт, как долго ты, короче, все нормально. Но, Изи, вообще-то мы идем, что мы идем? Фрэнкли, моя дорогая, не это, короче, уже пришел дворецкий, откуда-то взялся. Фредерик, ты, короче, какой-то санафа. Ну, не нужно, короче, сейчас играться словами. Вообще-то, это что-то какое-то... Это... Да, вообще-то, что-то... Что-то... Действительно, что вы тут... Бляха, хватит бормотать. Чего хотите от меня? Да ну на! Убийца Фредерик? Издеваешься, Фредерик? Тебя можешь почистить? Да, алло! А, получается, Фредерик убийца, он босс! Босс, нихера себе! Ты, Фредерик, ты что такая скотина-то? Ты же добрый старый дворецкий, ты не должен был вообще никого убивать. Ну ты паскуда, Фредерик, ну и это вообще весь наш старый рот-то позоришь в конце-то концов. Это было ужасно, он, короче, ушел от тебя хорошо? Ну, похоже на то. Спасибо тебе, Барбара, что убрала здесь все так чисто. Да спасибо тебе, старая птичка, мы, короче, все тебе благодарны. Ну, Изи, вообще-то, призраки всегда любили тебя. Чё, Скарлетт, ты так же... А ты получил ключ от входной двери, похоже, работа здесь сделана. Хорош. И дело-то было всего лишь в одной отвертке, если бы я там что-то внимать не посмотрел, и все. Так а можно было эту игру-то закончить, на самом деле, вот... Как и я сделал. Там были те же самые субтитры, просто мы бы не узнали концовку истории, а так концовка истории получилась. Неплохая игрушка, сделана, судя по всему, какие-то ребятами, потому что прям на сайте у них там что-то написано. Может быть, опять-таки какой-нибудь очередной какой-нибудь проект или курсовой, или просто тупо лабораторная работа. Ну, делают, веселятся, ребят, прикольная игра, знаем, бегает вон. Мешок грязи, но бабульке на него срать, потому что она нихера сзади не слышит. Ссылка на плейлист с остальными вынесены в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Про второй канал не забывайте. Всем до встречи в следующих игрушках, ребятки. Всем пока. Раньше здесь был мат.